Занятия по обучению пенсионеров навыкам работы на компьютере вновь начались в клубе «Диалог поколений», организованный для людей пожилого возраста. Он уже на протяжении года работает на базе Ангарского лицея номер 2. В качестве консультантов на курсы привлечены лицеисты. По словам организаторов, это делает занятия более эффективными. Сейчас вот я уже, видите, вот печатаю рецепты, я могу зайти в интернет, узнать какие-то рецепты, узнать новости все, войти в интернет, найти себе книгу, почитать. Так что это самое, я уже теперь общаюсь, вот у меня племянница живет во Владивостоке. Раньше мы с ней разговаривали по телефону, там, с днем рождения, с праздником и все. Теперь мы каждую неделю с ней общаемся. 11 января среди людей пожилого возраста состоится олимпиада на звание лучшего пользователя и знатока интернета. Организаторы приглашают всех желающих принять участие в соревновании.